Всем привет, с вами Данек Пенек, и сегодня я вам покажу самую ужасную графику в Half-Life. Как видите, у меня все на 8 бит поставлено, разрешение самое низкое. В Half-Life тоже разрешение самое низкое, и я поставил очень много команд. Но берегитесь, это может вас ослепить. Начинаем. Запустить кэш. Спускается. И что у нас тут? Это такое говенное разрешение выставил, конечно. Ну ладно. Новая игра подождите. О, блин. Я еще зашел в тренинг. Ну ладно. Ладно. Сейчас просто посмотрите всю мою боль. Я играл эту игру, да. Вы только посмотрите. Я, конечно, понимаю, тут даунгрейдить нечего, но... Просто посмотрите, у меня идет 26 FPS, ну, потому что у меня запись 43 даже. Графика тут вполне сносная. По-моему, в графику можно играть. Если вы не такой, как я, то вы не поймете меня. О, как тут круто теперь. Кэшбайки. Типа проседания, что ли? Проседания тут бывают, да, я это вижу. Из-за того, что очень много команд введено. Вот вы видите то, что... Все тут, то... Здорово, барни. Ты мне банку пива должен. Видите то, что тут... Очень ужасные. Прям ужаснейшие. Графика. Если вы будете под этим видео 5 лайков, я выпущу. Чего я не выпущу? Ну да, я выпущу даунгрейд. А выпущу все команды, которые я нахерачил сюда. Чтобы посмотреть то, что у меня. Ух ты, ёбаный, мыльцо-то какое. Ой, не обучаю мультиплеер зашел. Configuration, видео, options. Видите, что у меня все ну, плохое все. Такое вот. Такая сама графика. Играть это можно, играть, конечно, в это можно, но. Играть это может только самый лучший человек в мире, у которого яйца остальные. Сейчас я забью новую карту. Сейчас. Боже, у меня лагает. C1 там. Давайте один. C1 на один. И вы посмотрите, что там есть. Ну, как бы вот. Это должно быть реально все, у меня залагало. Это должно быть, короче, изначально начало игры, но у меня залагало, я теперь не могу ничего делать. Все. Ладно, раз не могу ничего делать, с вами был Данек Пенек. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.